Проблемные локации рабочего поселка Большие Веземы обсудили на еженедельном совещании главы округа Андрея Иванова. Ранее 9 августа глава муниципалитета провел выездную инспекцию совместно с профильными заместителями, начальниками управления, сотрудниками правоохранительных органов, специалистами муниципального центра управления регионом и инициативными жителями. Осмотрел несколько проблемных точек. На особом контроле выявление несанкционированных свалок, захламление строительным мусором, разведение птицы и сельскохозяйственных животных, а также незаконное изменение русла реки Малая Веземка, зафиксированные нарушения.